Всем привет! Продолжаем смотреть картины. Джон Синглон Копли, Брук Уотсон и Акула. Холст, масло, написано в 1778 году. На картине показано подлинное происшествие, имевшее место в 1749 году. На молодого британского моряка в гавани Гаваны напала акула. Она откусила ему икру на одной ноге, а затем ступню другой ноги. Художник изобразил напряженный момент противостояния, успеет ли один из находившихся в лодке пронзить чудовище багром или же несчастный погибник. Вся композиция, вершиной которой является рукоятка поднятого багра, пронизана движением. Юношу спасли, деревянная нога не помешала ему счастливо прожить жизнь. Он стал генерал-интендантом британской армии в Америке, членом парламента и даже лордом-мэром Лондона. Полотно было заказано Копли, чтобы увековечить чудесное спасение, а затем передано в школу для мальчиков служить наглядным уроком для молодых, как гласит надпись на раме. Художник Копли никогда не был в Гаване и использовал гравюры, с помощью которых довольно точно передал замок Моро. Вот находится справа купол собора и монастырские башни. Надо сказать, что работа имела колоссальный успех, во многом способствовала популярности художника в Англии. А для себя он сделал точную копию и вариант произведения, которые всю жизнь хранились в его мастерской. Ну, вот такое описание нашел в интернете о работе Джона Синглона Копли, Брук Уотсон и Акула. Пока-пока, до свидания, что-то новое узнали.